Как мы видим, общественные приемы уже зарекомендовали себя среди людей как серьезный и эффективный механизм. Руководители секторов, представители соответствующих ведомств не просто рассматривают каждое поступившее обращение, но и своевременно находят оптимальные пути решения. О результатах очередных встреч с населением, прошедших в Самаркандской области, материал программы. В процессе общественных приемов генерального прокурора, председателей Верховного суда, Государственного таможенного комитета Самаркандской области глубоко вникали в суть каждого обращения граждан, искали оптимальные пути решения. В частности, генеральный прокурор республики провел открытый диалог с жителями Махалинского схода граждан Нуравшон города Самарканд, во время которого поднимались острые вопросы касательно состояния дорог, обеспечения питьевой водой, электроэнергией, поддержки малообеспеченных семей. Основная их часть решена на месте. На основе обращений граждан привлекли необходимое число техники для приведения в порядок внутренних дорог Махалей, Мирзатоп и Камалот Асдаргамского района. Выровняли более чем километровые участки и покрыли его гравием. Вместе с тем заменили на железобетонные опоры линии электропередач. Обновили газораспределительный пункт в Махале Мирзатоп, отремонтировали 500 метров газовых сетей. Отдельное внимание уделено малообеспеченным, потерявшим кормильца семьям, оказание им необходимой помощи. Навестили и участника Второй мировой войны Демита Барункина, проживающего в 7-й квартире 10-го дома. Генеральный прокурор ознакомился с условиями, созданными для учащихся 61-й специализированной школы-интерната для ребят с проблемами слуха. Приняты меры по дальнейшему укреплению материально-технической базы образовательного учреждения. Всего во время общественного приема поступило 44 обращения. 12 из них решили на месте. К примеру, 6 гражданам оказана помощь в получении банковского кредита, еще 2 – выделение земельной площади. В процессе общественного приема председателя Верховного суда со своими проблемами обратились около 100 граждан. Они связаны, в частности, с восстановлением нарушенных прав, заменой наказания на более легкое, неудовлетворенности судебными решениями, выплатой алиментов, правом на владение жильем, наследством и другими. 5 заключенных, искренне раскаявшихся в содеянном преступлении, условно освобождены. Более 50 обращений решены на месте. По некоторым из них даны правовые разъяснения. В общественном приеме председателя Государственного таможенного комитета приняли участие предприниматели, в том числе занимающиеся внешнеэкономической деятельностью. Граждане, которые обратились с вопросами относительно экспорта товаров, импорта современного технологического оборудования, транспортных средств, принятия на службу в таможенные органы. Каждый вопрос тщательно изучался и принимались меры по практическому решению. Санджар Ибрахимов вместе с партнером приобрел и завез из Польши грузовые автомобили, предназначенные для перевозки сельскохозяйственной продукции. Но предприниматель недостаточно осведомлен о таможенном законодательстве. Также не произвел своевременно оплату по таможенным пошлинам. Потому транспорт остается на хранении в таможенных складах. И вот эта проблема нашла свое законное разрешение. В процессе открытого диалога изучены обращения более 10 граждан. Приняты меры по их решению в рамках действующего законодательства.